Добрый день, меня зовут Нестерова Галина, и я директор музея-усадьбы Петра Петровича Семенова-Тиньшанского. И несмотря на то, что февраль самый короткий месяц, у нас в него уместилось довольно много интересных событий. О самых важных в нашем ежемесячном видеоотчете. Партнерство месяца состоялось с домом-музеем Бунина в Ефремове Тульской области. Мы у них открыли выставку «Королева шахматных вершин», за что получили в подарок императорскую яхту «Штандарт» и портрет Ольги Петровны Семеновой-Тиньшанской. За это огромное вам спасибо! Встреча месяца состоялась в Рязани. Вместе с заместителем начальника управления культуры и туризма Липецкой области мы встретились с министром культуры Рязанской области Виталием Юрьевичем Поповым и его коллегами. Обсудили совместные проекты, посвященные Петру Петровичу, будущий 200-летний юбилей и план совместных мероприятий в долгосрочной перспективе. А у меня есть план. А, у тебя есть план? Да. Выставка месяца открылась в библиотеке имени Пришвина. Для публики вновь доступны фотоработы прапраправнучки Петра Петровича Полины Маценковой. И вы еще можете успеть их посмотреть до 6 марта. Несмотря на суровую погоду, мы принимали гостей и в феврале. Визитом месяца стал визит Алексея Шкрапкина с супругой. Владелец усадьбы Скорнякова не только оценил аутентичность, но и перспективы развития нашей усадьбы. А мы, как всегда, были рады гостям и надеемся на сотрудничество. В феврале у нас родилась новая рубрика. В ней мы кратко рассказываем увлекательные факты из биографии Петра Петровича Семенова-Тиньшанского, истории усадьбы и не только. Рубрика юбилейная называется «195 фактов». Именно столько мы планируем рассказать интересностей. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы ничего не пропустить.